Итак, друзья, всем привет! Сегодня у нас 18 мая. В очередной раз вот с другом выбрались на нашу любимую угрюмочку. Ну, те разы как бы ничего особо не клевало, поэтому и не выходил у меня видео. Сейчас вон я вижу уже, вода хорошо прибыла. Сейчас вот повернусь к речке, покажу вам. Так что, может быть, сегодня что-нибудь и поймаем. Сейчас найдем место для рыбалки и продолжим. Время сейчас 7 утра. Погодка пока что минус 3 градуса. Не видно, пар изо рта идет на траве, иней. Но днем обещают до 14 потепления. Так что будем надеяться, что рыбка сегодня будет клевать. Ну и вот, друзья, выбрали мы себе место для рыбалочки. Хотя мы здесь, ну, часто бываем. Здесь постоянно народ. Сегодня мы первые. Поэтому сейчас самое козырное место выберем себе. Вот получается, здесь вот идет загиб реки. То есть вот оттуда она идет. И вот поворачивает. И вот в этом вот повороте омуточек ямка хорошая. Здесь и будем рыбачить. Вот потихоньку располагаемся. У нас сейчас идет нерестовый запрет. Поэтому рыбачить можно только на одну снасть. Это у меня обычная донка с кормушкой, два крючка. Как всегда, будем пробовать по классике: на один крючок опарика, на второй червя, в кормушку. Замесили вот тут немного прикормочки. Это у нас Дунаев. Ну все, червячков опариков насадил, кормушку набил. Первый заброс. Как говорится, ловись, рыбка большая и маленькая. Удочку забросил. Использую свой вот этот вот хитрый сигнализатор. Ну это я так проверил его. Смотрите, какая красота. Вода вообще очень хорошо прибыла. В прошлый раз мы здесь были, вон рыбка плеснулась на том берегу. Напротив нас вон тоже рыбаки уже начали собираться. Но мы сюда прибыли практически первыми. Ну вот, друг тоже расположился, сидим рядом, не так уж много места. Ждем первую поклевку. Рыбка вроде начала играть. Солнышко поднимается. Красота. У друга первая поклевочка. Кто там? Чебачок. Вот. На опарика взял, да? У меня пока вот поклевочки идут. Ну, слабенькие тоже. Наверное, тоже чебачок подалбливает. Сидим мы здесь уже минут 15, наверное. Пока что из трофеев одна рыбка. Чебачок. Солнышко встает, немного теплеть начинает. Пар уже перестал изо рта идти. Значит, уже плюс на улице. Вот, видите? Прям еле-еле заметная поклевочка. Ну и так, друзья, прошел уже час с небольшим. Пока что очень-очень вялые поклевочки. Ну вот, как вы можете видеть, наверное, на кончик удилища. То есть пока подходит пробовать только мелочевка. Крупняка мы еще не видели. Ну, не теряем надежды. Сидим, рыбачим дальше. Природа, красота, птички поют. В общем, все замечательно.
кто-то что-то помаленьку теребит. Вдруг он ерша еще зацепил. У меня пока что пустые поклевочки. Трапе пригодится. Да. Ничего не поймал еще. Ведет, ведет. Вот у друга что-то опять зацепилось, а я сижу впустую. Сейчас. О. Опа. Не рисковать. Конечно. Под язычек. Под язычек. Это у меня сейчас. Ой. На опарика взял, да? Опарик сегодня рулит. Опарик рулит. А вот, друзья, и моя первая рыба идет, похоже. Сошла. Легко пошла. Веди, веди. Во. А, ёрш. Во. Смотрите, какая жирная уклейка попалась на опарика. О, в руку ее взять. О, какая. Что-то уклейка пошла. Ладно, мы и уклейке рады. Да подожди, не знаю еще. Что-то не сильно тяжело идет. Опять уклеечка. Сейчас на червя взяла. Такая вот немаленькая. А вон уже уточка с утятами. И ее вон три селезня пасут. Охрана такая прям. Ага. Серьезная. О, друган еще поймал. Чебачек. Чебачка. Сегодня день уклейки, в общем. Ну, уклейка тоже очень вкусная рыба. О, подлещиков заказывали. Первый подлещик у нас сегодня. Вот этого и нам сегодня не хватало. Угу. Теребит, теребит, сосет. Вот что-то. Что-то зацепилось. Опять легко идет. Сошел, что ли? Нет. Нет, нет. Опа. Подсак. Подсак. Вижу. Под язык. Даже ясь, наверное. Забыл. Ребята, я этого ждал сегодня весь день. А то ловил какую-то фигню, мелочевку. Подлещик уже пришел. Тихо. Давай. А ну давай его сюда. Блин. Все взял. А? Друзья, подлещичек попался. А? Рыбалка пошла. Есть? Подсак надо. Надо. Ясь. Дома. О. Вот, ребят, смотрите, на бутерброды только перестроились. Червь и опарыш. Что это у меня там? Это я не знаю, кто это такой.
чебачок. Похоже на чебаку. Будь чебаком, раз похож. Что-то подергивает. Карась начал прыгать, а клевать не клюет, ни одного карася сегодня не поймали. Сегодня только начала расцветать черемуха, только эти шишечки набились, еще листики белые не вылезли. А карась начинает только когда цветет черемуха активизироваться. Поэтому сейчас он здесь редкий гость. У нас надежда на леща, визя. Ну и сазанчик может зайти. Соседи уже все разъехались. Мы еще чуть-чуть посидим. Что-то еще вроде зацепил. Подлещик. Ага, тихо. Ага. Вот, друзья, подлещичек попался. Я повторю. Опа. Сейчас посмотрим, надо, не надо подсак. О, чебачок. Ну что, друзья, время вот уже 5 час вечера. Потихоньку солнышко уже спряталось за деревья. Становится прохладно. Клев практически прекратился. Поэтому сегодняшняя рыбалка подходит у нас к завершению. И мы потихоньку начинаем собираться домой. Итог нашей сегодняшней рыбалки. Вот в одном садочке немного разношерстной рыбы. Ну, вы видели практически всю, как мы ловили. И вот во втором сейчас покажем. Во втором тоже немного есть. Все равно считаю, что отрыбачили мы сегодня удачно. Ну, большинство поклевок вы сами видели. Так что день, проведенный на рыбалке, в счет жизни не засчитывается. Всем пока и до новых интересных видео.